Олег Винник трогательно поздравил с днем рождения свою тайную жену. Поклонники давно говорят о возможном романе и супружеских отношениях любимца украинской эстрады Олега Винника и исполнительницы Таюни. Давно известно о том, что Олег Винник и певица Таюни имеют очень теплое отношение. Певец даже был готов отказаться от своих концертов, если не угадает голос исполнительницы на шоу «Маска». 4 января Таисия Сватко, настоящее имя певицы, исполнилось 48 лет. В честь этого события Олег Винник посвятил своей бывшей бэк-вокалистке пост в Инстаграм. «Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют. А жизненный путь будет светлым и счастливым», — написал король украинской эстрады. Стоит отметить, что певец обычно не поздравляет никого из своих коллег или близких постами в социальных сетях. А вот Таюни ежегодно получает от Винника теплое послание. Слухи о том, что Таисия Сватко может быть супругой Олега Винника, появились еще тогда, когда певица выступала на сцене с Винником в качестве бэк-вокалистки. Известно, что исполнитель пишет все песни для Таюни и всячески помогает с продвижением. Певец никогда не афиширует подробности своей личной жизни и тщательно скрывает свое семейное положение. Однако в многочисленных интервью артист признается, что любимая волчица у него все же есть. Многие предполагают, что законной супругой Винника является Таюни. Более того, в 2015 году стало известно, что у артиста есть сын Юлиан. По слухам, именно от Таисии. Поддержка, спасибо. Удачного эфира, ждем. Приехала Таюня в прямом эфире. Привет, доброе утро. Доброе утро, привет. Примеры песни. Песня называется «Подруга». Так, это уже получается седьмая сольная песня. Есть почитатели моего творчества, и им очень сильно благодарна. Они реально вот полюбили, слава богу. Спасибо вам огромное, вот я к ним обращаюсь. Именно они очень сильно ждали от меня новую песню. Но мы тоже здесь были, ну. Поэтому спасибо за терпение, что они так долго ждали и дождались. И я так ждала, что я наконец-то покажу их. Давайте послушаем. Нарешті дочекалися всіх нам дуже хотіли почути. І я нарешті дочекалася вам їх показати. Я дуже щаслива. Дай Бог, щоб вона вам сподобалась. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на инстаграм-магазин качественной и недорогой женской одежды. Магазин Оля-ля. Доставка по всей Украине, оплата при получении. Заходите. Подписывайтесь. Покупайте.